скажете большое спасибо всем. Вот наша бабушка, которую вот так вот героически у нас спасла от него. Вот, пожалуйста, я вам денежки передаю. Ой, господи, спасибо. Вот, выздоравливайте поскорей. Спасибо. Да, спасибо всем. Что так откликнулись все. Очень хорошо, что есть такие добрые, отзывчивые люди. Доходя до дома, чтобы они следили. Да. За ними, и что были очень бдительны. Угу. И самое главное, чтобы не носили документы в этом самом сумке. И деньги, чтобы не носили в сумке. Да, конечно. Вот. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Вам тоже. Спасибо.